Всем привет! Вас приветствует Серж Мартин Гараж. А мы продолжаем. И у нас сегодня очередной обзор доработанных деталей к двигателю. И сегодня у нас маховик, облегченный маховик УАЗ Классика. Я расскажу сейчас, для чего это делается и что оно дает. С завода классический маховик, ну в принципе как и маховик 2108, весит в районе 7 килограмм. Грубо говоря, это такой кирпич, который вы таскаете лишний. Маховик нужно облегчать, это позволяет двигателю, во-первых, легче раскручиваться, то есть выходить на обороты, то есть лучше ускоряться. Некоторые там, конечно, говорят, что есть там миф существует, что там пропадет тяга. Ну, в принципе, кто там просто там таскает, просто ездит, тошнит на машине или просто там таскает грузы, это вам не нужно. То есть. А если вы любите поднавалить, то есть, то в любом случае надо его облегчать. Так как облегчаю, вот, допустим, данный маховик, я сейчас покажу вам поближе. Вот. Он облегчен до 4 кг, соответственно, то есть снято, грубо говоря, 3 кг. Он здесь облегчен с этой стороны и здесь. Вот. Получается, еще какая суть в облегчении? Важен не просто какой вес вы сняли с маховика, а важно откуда он снят. Потому что многие там заморачиваются, облегчают там до 3 кг, там, ну 3 кг общий вес. Здесь 4200. То есть я рекомендую облегчать, чтобы был вес 4-5 килограмм, то есть не больше 5 и не меньше 4, потому что все, что меньше 4, это, во-первых, про то, что я говорил, что важно откуда снимать. Чем дальше от центра вы сняли каждый, грубо говоря, грамм, тем больше толку он даст, потому что центробежная сила, то есть чем дальше от центра, тем... То, что вы снимете возле центра, оно мало что дает. Общий вес оно уменьшает, но толку от этого мало. И еще, те, кто заморачивается, там чересчур сильно облегчает, там до 3 кг его, вы делаете его сильно тонким. Соответственно, если вы гоняете, то есть частые старты, сцепление греет маховик, его может повести. То есть всему есть свой разумный предел. То есть, я говорю, 4-5 килограмм это самый оптимал. Потому что таскать 7 килограмм вот этих, постоянно раскручивать в обороты. Да, если там тошните, я говорю, там ездите больше 3000, никогда двигатель не раскручивайте, оно вам не нужно. А если вы любите там покрутить 5, 6, 7, там, кто 8 тысяч, смотря у кого какой распредвал, то в любом случае вам нужно облегчать маховик. И то, что говорят, там сильно там какая-то тяга пропадает на низах. Если у вас двигатель живой, и если вы не тягаете там, допустим, грузы, то, ну, я имею в виду прицепы не тягаете, то вы даже не почувствуете какой-то дискомфорт, что там какая-то тяга на низах пропала. Я говорю, при нажатии на газ двигателю будет легче раскручиваться и в оборотах. Получается, особенно когда у вас двигатель высокооборотистый, там какой-то распредвал стоит, и, допустим, когда двигатель крутит там 7-8 тысяч, то вот этот кирпич 7-килограммовый, ему очень довольно-таки тяжело постоянно крутить. А легкий маховик, он себе свободно на таких оборотах себе вращается, то есть и никакого дискомфорта. Данный маховик продается, то есть это классический маховик, то есть на вас классика. Кому интересно, интересна покупка, то есть я оставлю ссылку на свою группу ВКонтакте. То есть, и там есть его цена, фото, описание. То есть, кому интересно, обращайтесь. Также там есть в группе другие интересные спортзапчасти на продажу. Кому интересны какие-то доработки, то есть там дорабатываю головки блока, там карбюраторы спорты. Так же само можете прислать свою головку или там свой карбюратор на доработку, это вам так дешевле выйдет. Есть готовые там карбюраторы спортивные Solix Sport 25-28 и Mega Solix 33 с параллельным открытием в наличии. Но это все есть в группе. У кого есть какие-то вопросы, я в описании также само оставлю свой номер телефона, ссылку на контакт, на сайт Drive.ru, Instagram.
кого есть какие-то вопросы, обращайтесь всегда, с удовольствием подскажу, расскажу, без проблем. То есть, всем спасибо за внимание, всем до свидания.